Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем готовить легкий салат с баклажанами и грецкими орехами. Для этого нам понадобится баклажаны, соль, черный перец, приправа хамели-сунели, грецкий орех, укроп, чеснок, острый перец и сметана. В первую очередь нам нужно нарезать баклажаны. Нарезаем мелкими кубиками, жарим. Берем грецкий орех 150 грамм и нарезаем. Когда все баклажаны пожарим, перекладываем в большую посуду. Начинаем добавлять туда наши ингредиенты. Добавляем грецкий орех, чеснок 2-3 зубчика, острый перец и приправу хамели-сунели. Из зелени добавляем укроп. Вы можете еще добавить кинзу. Соль на вкус. Черный перец. Все хорошенько перемешиваем и добавляем сметану 3-4 столовые ложки. Все тщательно перемешиваем. Ставим в холодильник минимум на 1 час. Все, друзья, наш легкий вкусный салат готов. Подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.